montaña. Являются значимыми как для России, так же и для Монголии. Тоже приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе. И несмотря ни на какие сложности, в том числе те, о которых вы упомянули, ковидная история, все-таки мы вышли на траекторию роста торговых отношений, торгового оборота. Отношения развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарному направлению, в частности в сфере образования. Я хотел бы в завершении своего вступительного слова пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС.
Thank you.